X5, 4,8 литра, плавает обороты на холостом ходу, пробег почти 142 тысячи. Так, началось все это с замены катушек зажигания. Получается, 4 штуки у меня стоят Bosch, 4 штуки патрон. Патрон новые, свечи Bosch, там Double Iridium, что ли, заказывал на Exist. После замены всего, вот такая беда. Машина неровно работает и едет не очень бодро. Так, до замены свечей и расход показывал 29 литров. Сейчас 21,3. Расход при средней скорости 20 км в час. Так как у нас в городе пробки, город Якутск. Коробка передач стоит на D. Удерживаю тормоз ногой. И обороты потихоньку плавают. Работает двигатель как-то неровно, даже по звукам.